7 ноября в Стерлитамаке ожидается делегация из Китая. Приедут они из Уфы, где с 5 по 7 ноября пройдет ряд бизнес-встреч представителей Поднебесной и местных предпринимателей. Эта тема стала основной на пресс-конференции руководителей Ассоциации предпринимателей Стерлитамака. Журналистов интересовало, каким образом городское сообщество может стать тем самым лифтом для бизнеса. Мы являемся неким проводником именно для местных маленьких предпринимателей, которые могут выйти на, в том числе на какие-то околоправительственные организации Китая. Это бывает не всегда возможно в рамках индивидуальной самостоятельной работы. Важно, чтобы инициатива шла от предпринимателей. Вот наша задача – довести до них эту информацию о том, что в рамках нашего города проходит что-то важное. Воспользуются они этой информацией или нет, но это уже их выбор. Также представители Ассоциации предпринимателей Стерлитамака подвели итоги своей работы за прошлый год и поделились планами на будущее.